минуты назад была подана заявка на смену вашего финансового номера. Вы данную заявку подавали? Нет. Указываю ваш ответ. Также по системе банка отображается попытка перевода денежных средств с вашего лицевого счета на имя Рубцова Романа Юрьевича. Вы данный перевод совершали? Нет, не знаю такого. В таком случае, так как вы не подтверждаете ни одного из ваших личных лет действий, банк расценивает данные действия как мошенничество. По регламенту банка я буду обязан задать вам буквально несколько публичных вопросов под запись данного разговора. Уточните, карты нашего банка, либо же другие банковские структуры не были утеряны вами за последнее время? Да вроде нет. В данный момент визуально можете убедиться в наличии? Да, конечно. Все у вас, правильно? Да, прямо лежат в кошельке. Хорошо, указываю данную информацию, так как данные действия происходят именно по лицевому счету, а не по конкретной карте. Буду обязан проинформировать вас, что такое лицевой счет. На единый счет, который отображается в структуре банка. Он закреплен за вашими паспортными данными и включает в себя все ваши финансовые ячейки. Карты дебетовые, кредитные, вклады, текущие счета, а также бонусы накопления и сберегательные деньги. Информация понятна вам? Да. Хорошо. Доступ к лицевому счету имеют только сотрудники банка. По причине этого в данный момент вся информация касательно вашего лицевого счета была изъята из общего доступа, дабы недобросовестные сотрудники более не имели возможности выполнять противоправные действия. Данная информация вам была понятна? Ну да. Хорошо. В данный момент я буду заполнять заявку для финансового отдела нашего банка. Необходимо будет указать перечень ваших финансовых ячеек и примерный баланс по каждой из них. В случае списания денежных средств с мошенниками, банк мог обвинить данную сумму в полном объеме. Угу. Уточните, вкладчиком нашего банка вы являетесь? Да, у меня несколько вкладов есть. И поочередно по первому вкладу фиксируйте остаточный баланс до начала мошеннических. Ну, где-то, наверное, 1800. Хорошо, указываю данную информацию. Также по второму вкладу. Где-то 1 300 000. Хорошо, указываю данную информацию. Только два активных вклада у вас имеется по Сбербанку. Ну, у меня есть 5 карт, у меня есть еще 2 счета. Еще 800 миллионов долларов, да, у вас есть? Да, и 800 миллионов долларов у меня есть еще, где-то так на валюте да, лежит. Да. У тебя хуй в жопе, ёпта, пидорила, блядь. Ладно, давай, ёпта, и разводи лошню дальше. Пидорас, блядь, ебаный, чертяка ебучая, блядь. Нахуй пошел, мразь, блядь. Уёбок, блядь. Пошел нахуй, хохол ебучий, блядь. Пошел нахуй, блядь. Черт.